Четвертый срок для немецкой железной леди. Ангелу Меркель вновь выдвинули на должность канцлера. На съезде христианских демократов за нее проголосовали 95% делегатов. Именно Меркель станет главой правительства, если ее политсила победит на выборах в сентябре. Но вот это как раз большой вопрос. Блок ХДС-ХСС теряет популярность и уступает социал-демократам, которые предлагают на должность канцлера влиятельного конкурента, экс-главу Европарламента Мартина Шульца. До сих пор социал-демократы не могли похвастаться успехами. Иногда мне кажется, что им даже стыдно. Мы выиграли у них 3 раунда выборов подряд. Выиграем и этой осенью.